Огонек? Горит? Да, ау-ау, да, горячо. Нельзя сюда подходить близко. Ой, горячо тут. Нет, опасно, опасно. Давай я буду. Ладно? Тут горячо просто. Ау! Огонь горит. Туда не ладно, ничего кидать. Ладно? Ой. Кидай вот сюда, вот сюда. Всем привет! Мы снова здесь и решили вечер просто посидеть у костра. Пару дней назад приезжал на участок, буквально на один вечер. Вот стоят саженцы деревьев. У нас в поселении, помните, я снимал обзор питомника. Вот, и ребята решили приостановить свою деятельность и раздать все саженцы, так сказать, за донат, бесплатно. Вот я приезжал, поздно вечером уже приехал. Успел взять несколько елочек, дубов, кленов для посадки. Сколько-то сосенок там попало, ну таких уже молодых, не таких больших и классных, как я у них ранее покупал. Вот, не успел немножко, надо было пораньше приехать, взял бы еще на как раз навал, вот на передний сосна. Мы хотим там сделать улицу полностью сосновую. Помните, в прошлом году тоже все соснами засаживали. Там сейчас такие вот маленькие сосенки растут. Вот, и я хочу продолжить засаживать улицу со своей стороны тоже соснами. Вот, маленькие сосенки взял, несколько десятков. Их надо будет еще пересадить, рассадить. Вот, пусть подрастут несколько лет и уже высаживать их куда надо. Так что питомника тут у нас нету. Все саженцы раздали, буквально смели за один день. Я уже приехал, уже ничего не было, а было их там море. Тысячи саженцев, вот, все быстренько разобрали. Такие новости. Это все будем зимой, чуть попозже, тоже садить здесь. Как это лагнище? Откуда ты такое лагнище? Зимёшь, что ли? Да.
Отпускай, я положу. Отпускай. Все, супер. Чем занимаешься? Делаешь вентиляцию? Да. Показывай, что сделал. Делаю. Где? Время 7 утра, все еще спят, а я сейчас начну пока что грунтовать. Сегодня надо всю плитку по горизонтальной поверхности доложить. Ну, Ивар, отойди, я хотел снять, как пылесос прибирается. Первый раз заказали здесь хлеб. У нас тут несколько человек в поселениях вокруг станица Григорьевская, пекут хлеб. Он на цельнозерновой муке и на закваске. Без всякой химии, без всего, более-менее полезный хлеб. Стоит 130 рублей булочка, вот такая вот небольшая. Это ржаной. Вот, плюс еще доставка там небольшая, за то, что развозят прям домой хлеб. Дороже, но зато более полезный. Почти закончил, все доделал сегодня вот эту всю часть, доложил, не успел, буквально полтора часа не хватило, солнце село, так бы я вообще все закончил и завтра можно было бы уже все зачищать и затирать, делать затирку. Наконец-то появился у нас вот такой вот помощник дома, робот-пылесос.
от Xiaomi. У нас в квартире стоит такой же, только более старая версия, MOP 1. А здесь MOP 2. Какой-то улучшенный. У него там... Мы сравнивали дома немножко модернизация. По щеткам там, по конструкции вообще в целом. Должен лучше работать, чем старая версия. Экономит до 20-30 минут в день. Теперь не надо бегать со шваброй каждый вечер. Все это замывать, затирать. Включил пылесос, он проехался. Мы его уже погоняли. Нормально собирает все. С тряпочкой все влажненько протирает. Конечно, не так сильно моет, как шваброй бы отмыл. Но шваброй можно там пару раз в месяц, а этот будет поддерживать чистоту, если каждый день ездит. А вот пришла нам вторая сковородка, это керамическая. Это уже третья у нас сковородка от FryBest Корея. У них есть все сертификаты безопасности на покрытие. Вот первую сковородку мы брали, мы ее испортили, мы ее перегрели и мыли ее в посудомойке с щелочными таблетками. У нее испортилось покрытие, она стала пригорать. Вот, а эти сейчас одна у нас в квартире, одна вот здесь сейчас будет. Ее нельзя перегревать и желательно мыть без каких-либо средств. Она хорошо вообще моется, даже жирная. Вот, и ничего на ней не пригорает. Вот такой вот наборчик получился. Тут красные дубы, клены, елочки, туи. Пару десятков, наверное. И, в принципе, все. И сосны кое-где есть. Вот маленькие. Несколько штук. Надо будет еще дорассадить их. Офигеть, я наконец-то доделал основную часть плитки на веранде. Все, горизонтальная поверхность полностью закрыта на веранде. Остались боковушки и плинтуса. Завтра все вымою и покажу, что в итоге получилось. Ну и свет нормальный будет, а то уже темно.